Трамвайного джентльмена? Ну да. Гражданская топовая сумка. А-а-а. Можно? Это супер, вот. Граждан, что ты с сумкой? Не, не вы. Во-во-во-во. Мамаш, ты что, совсем глухая? Да? Оно и видно, нос как у совы. Иди сюда, я место уступаю. А все сидят, всем глубоко плевать, что женщина с авоськами страдает. Ай, лысый в шапе, бросил бы читать, а? Ведь ты ж не в туалете, а в трамвае. Пенсионер, стой! А ты не стой! Возьми авоську, будь примером детям. Эй, лысый шафи, книжку закрой. Не делай вещь, а бабку не заметил. Сидят, молчат, краснеют. Ну, народ! А где же совесть, контролер ваш лучший? Что я сижу, так бабушка не идет. Вот приползет, к окошку сразу пустим. Бабуля, стой! Ребята, не опускай! Садись, карга, вон место уступилось. Ага, спугались, кто-то наших знает. Мы завсегда шумнем за справедливость. Приходите на столик, попоем веселых ребят.